простите, я это, мне кажется, на мой взгляд, достаточно регулярно делаю, но особые впечатления у меня всегда оставляют встречи со студентами, тех, кто проживает в общежитии, потому что я сам в свое время тоже почти 6 лет прожил в общежитии, и для меня это имеет, для меня жизнь в общежитии имеет особые впечатления. Я когда сравниваю, бываю тоже в общежитии достаточно часто, не перестаю вам завидовать, если говорить так по-хорошему. Потому что в мое время таких условий, конечно, безусловно, не было. Один душ в подвале на все 8 этажей и одна кухня на этаже на всех, и одни условия тоже на всех. У вас, конечно, условия получше. Но не знаю, как у вас, по-любому жизнь студенческая, она веселая жизнь, интересная жизнь. Вы завершите обучение, и я убежден, в годах учебы останутся у вас самые яркие и светлые воспоминания. Кто-то найдет и не только свою профессию, но и свое будущее. Поэтому я всегда рад встречах, подобной той, которую мы сейчас проводим. И, конечно же, как всегда, открыт, готов поговорить с вами на любые интересующие вас темы. Особенно, тем более приятно, что мы проводим эту встречу в преддверии большого праздника. 18 марта мы с вами будем отмечать возвращение Крыма в родную Гагру. Воссоединение, восстановление исторической справедливости. Это большое событие. Наверное, его реальную цену или вкус этого события знают только сами крымчане. Кто мечтал, кто верил, что рано или поздно Крым вернется в Россию. И мы, проживающие за пределами, особенно люди старшего поколения, мы даже моего возраста и моложе, мы всегда знали и помнили вообще Советский Союз как одну большую, огромную семью и страну. И, конечно же, горько переживали тот момент, когда вот были, скажем так, не учтены интересы Российской Федерации в момент распада Советского Союза. И были вообще попраны, мне кажется, исторические реальности. Поэтому это событие непреходящее. Пройдут годы, может быть, только мы все тогда уже осознаем величину или грандиозность этих событий. Но опять же, повторюсь, реальный вкус это знает только Крымчан. Дорогие друзья, я готов. Пожалуйста. Да? Большое.